Я жду ответ, какие там твои дела? Привет, привет, как уже привет, где ты была, где ты была? Я так звонил, я так стучал, но дверь молчала мне в ответ. Я так скучал, я так скучал, а ты не даришь время мне. Ты не ответила вчера. Привет, привет, и снова нет. Вокруг все та же тишина. Ты не звони мне, не звони. Тебе алло я не скажу. Пусть печалят тебя дни. Тебя я больше не люблю. Давай! Спасибо вам огромное за ваши аплодисменты. Можно еще разочек? Спасибо, спасибо огромное. Следующая песня посвящается всем мамкам. Песня называется «Мамки». Предрассудки терзают людей, и патрон снова метит в лицо. Я сегодня источник людей, нас убьют, посмотри, все равно. Обнищали, пока ели пыль, стали равны, но не для вас. Расскажите нам сладкую быль, и останемся снова в запас. Спасибо. Дрожать страшно мамкам нашим рожать нам еще воевать. We'll be right back.
можно бежать, сколько можно дрожать, страшно. Наш профиль, блин. Опять-таки, возвращаясь к тому, что мы ездим, представляете, нас зовут в города, мы ездим, классно, проводим время, и всегда поем эту песню. Ну, мы вообще без этой песни, на самом деле, уже не представляем. Ну, как, группа, типа, практически одной песни, мы хотим, чтобы эта песня осталась от нас, но на данный момент пока никак. Надеюсь, что новые песни, они как раз все это затмят. Ну вот, если по городам, вот, мы всегда приобретаем двух фанатов. Ну, после этой песни. Не знаю, всегда так происходит. В Москве побольше, потому что каждый раз выступаем и поем эту песню. Два фаната всегда появляются. Тебя, ну, не вообще не слушай. Опа, один есть, да? Вот. На самом деле, песня довольно проста. Небольшое такое предисловие. Песня рассказывает о том, как я люблю пожрать. Вот об этой песне. Хоп-хоп. Во-во-во-во-во. Можно я макароны пожру, а не замечен никем в анонизме. Опа, никому ничего не скажу. У-у-у-у-у. Ты котлета моя, ты котлета. Я тебе изменяю опять. Потерялась на кухне ты где-то. Не найти тебя, сука, и не поймать. Во-во-во. Петербург, фиш-фабрике, на выступлении приглашенные, которые нас пригласили, друзья, группу «Свод». Спасибо им огромное за организованное мероприятие, доставленное удовольствие. Мы очень рады. Знаете, мы так очень усердно готовились к этому концерту, что я похудел на 150 грамм. Это ли не шутка? Не, шутка, конечно. Знаете, каждый из нас хочет стать рок-звездой, в том числе и я. А для этого что нужно?
А для этого нужно всего лишь пожрать! Оу! Во-во-во-во-во-во! Еда! Еда! Да-да-да! Во-во-во-во-во! Еда! Я люблю пожрать! Оу! Во-во-во-во-во-во! Еда! Еда! Да-да-да! Во-во-во-во-во-во! Я! Друзья, помогите мне, пожалуйста! Давайте все вместе прокричим фразу после слова «я». Какая идет фраза? Какая фраза идет? Люблю! Ну, на меня посмотреть-то, конечно, люблю! Аплодисменты, друзья, сами вам и каждому! А что я люблю-то, ребят? Что люблю? Ну, что люблю-то? Еще разок? А еще разочек! Пожрать! Честно, мне концерт всегда много калорий отнимает. Нельзя так. Да-да. Ну, представляешь, я сам в шоке. Чего так быстро? Друзья, наша последняя песня, надеюсь, крайняя. Не последний раз в этом славном городе мы, думаю, еще будем выступать. Спасибо вам огромное, что сегодня пришли поддержать московскую обычную группу The Blooms. Огромное вам спасибо. Честно, нам очень приятно приезжать в город Питер и видеть вот таких вот красивых, замечательных людей, исполнять для них наше творчество. Мы этим очень гордимся. Да, наша последняя песня как раз будет еще. Крайне последняя, да, давай? Крайне последняя песня. Мы немножечко и гордимся этой песней, потому что песня о людях. Будьте людьми.
и стены не дают вздохнуть. Ветра, где мы? И снова где мы? Я молю, ты прости, как ты. Встаем до утра, на заре, мы зависли, на заре, на заре. Спасибо, с вами была московская группа The Blooms с верой в рок, ваши The Blooms. Спасибо.